Вот мы закончили работу на сегодняшний день тут по погрузке клёна, веток, брёвен. Сейчас молиться будем. Боже мой, хвала тебе, слухи, поклонения, славы и благодарения. Отец, Сын и Святой Дух, аминь. Аминь. Брат Игорь, соверши молитву. Господи Боже наш, слава Тебе. Христос воскрес из мертвых, смертью спит, поправ исущим в гробе живо дрова. Ты, Господи, благословляешь нас на всякие добрые дела. Дай нам мудрость и послушание Слову Твоему, сохрани в течение этого дня. Слава Тебе, честь и поклонение Иисусе Христе Боже наш за все во веки. Аминь. 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 Помолись, поблагодари Бога, Ты работал всю неделю здесь. Благодарим, Господи, что давал нам силу не только на эту неделю, но и в прошедший месяц, что своей силой, крепкую Твою рукой Ты помогал нам во всех делах наших, оставил нас целыми, невредимыми, защищал нас от лукавого, от несчастного случая. Благодарим Тебя и просим помощи Твоей во всех делах наших и в сегодняшний день, и в будущие дни. Слава Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Иосиф, поблагодари Бога. Отец наш Небесный. Мы хвалим и благодарим Тебя за все благодеяния, которые нам посылаешь. Укрепи нас в вере, дай нам Духа Святого. За все Тебе подобает хвала и слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Владимир, поблагодари Бога, что Игорев аппарат чуть не сделался источником двух смертей. Он не выключается. Вот это плохо. Он не выключается. Он внезапно споткнулся и с пилою. Рубануло сразу, мог, просто такое дело. Помолись, поблагодари Бога. Господь и Бог наш, благодарим Тебя за милость Твою, за Твое долгое терпение, что Ты нас помиловал, сохранил нас от всякого рода зла. Дай в дальнейшем быть внимательными друг к другу, прибудь рядом с нами, сохрани нас в единомыслии между собой по слову Твоему. Тебе за все хвала, честь и поклонение, от всех Сыну Святому. Поблагодарим Тебя. Отец Небесный, мы просим во имя Иисуса Христа, прими нашу молитву благодарности за ангела-хранителя, который защитил нас от страшных и непоправимых дел. Только Ты сохраняешь человека, как многие погибли в лесу от падшего дерева, от какого инструмента у них. Вот Ты позволил нам быть здесь такой, Господи, страшный дух. Жили люди, грешили, Тебя не знали. И по всей вероятности духи зла были здесь, они посягали на нашу жизнь. Хвала Тебе. Очисти это место, как некогда мы с братом Иосифом молились о клубе. И теперь там храм. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Иосифу было 5 лет, и мы ходили, спят все, а мы выйдем, помнишь? Ставим напротив этого клуба и молились об изгнании демонов. Мы их не видели, ничего, но мы знали, это источник зла. Безбожные фильмы, там танцы, еще там было. Людей это было много, 2 улицы это достаточно. Бог помиловал, теперь мы живем здесь спокойно. Слава Христу. Аминь. Аминь.